Дорогие друзья, снова отличаем подделку от оригинала. Сегодня мы будем отличать с вами оригинал Латафа Моахир от фейкового аромата Латафа Моахир. Покажу вам, как отличить. Сначала по фото. На первый взгляд вы видите два совершенно одинаковых аромата. Если вы увидите фотографию в интернете, сразу вы даже и не поймете, что на фото фейк. Так все-таки, как же отличить по фото? По фото можно увидеть, но, как правило, люди выставляют оригинальные фото, а отправляют уже вот такой вот фейк. Но вы уже поняли, что по внешним данным, конечно же, на оригинале есть гравировка Латафа. На паленке нет этой гравировки. No, Латафа, no. Я буду говорить иногда иностранными словами. Две лошади. На первый взгляд, как отличить? Смотрите, дорогие друзья. Оригинал. Фейк. Оригинал. Фейк. Сейчас покажу, как отличить оригинал от копии. Если вы налетели на более дешевую подделку, ну как бы сразу поймете. У оригинала металлическая крышка. Слышите? У паленки, у фейка, у нее пластик. То есть вот. Она ничего не весит. А у оригинала она прям вот металл-металл. Ну, чувствуется, что металл. Пластик, металл, оригинал, фейк. По внешним данным самой баночки, как можно понять? Ну, во-первых, смотрите, здесь металлическая вставка идет, металлическая, металл. Здесь идет пластиковая вставка. И она такая, как золотая, дешевым золотом покрыта. Это позолота. По надписям на дне бутылки написано Латафа Моахир. Здесь же не будет написано Латафа, будет написано просто Моахир. Ну, типа не Латафа. Хотя все сделали под Латафу. Ну и, конечно, по качеству самой жидкости, это вообще не то пальто. И она вообще не попадает никуда. Здесь вот оригинал. Крышечка защелкивается как бы, да? А здесь пластиковая хрень вообще, вот, ну, просто вот, ну, ерунда. Легкая-легкая. Она даже не защелкивается, вот она просто. Тык-тык-тык. Здесь защелкивается. Я даже снять не могу. Вот, раз. А здесь хрень. Поэтому так отличить можно вот таким признаком. Настоящий Латафа Моахир. От фейкового Моахир Латафа. Типа того. Ну и, конечно, рубрика уничтожения. Чтобы никому не попала эта подделка, руки мы ее уничтожим. Купленная за 1800 рублей на маркетплейсе. Дорогие друзья, выбирайте только качественную парфюмерию компании Латафа. Пользуйтесь удовольствием и наслаждайтесь красотой этих прекрасных ароматов. По гравировкам на боку коробочки все на первый взгляд одинаково. У китайца разве что чуть-чуть больше буквы. Это оригинал, это фейк. Оригинал, фейк. Цвет более дорогой, принт идет. Хорошая краска. Здесь более дешевый принт и краска, ну, такая черная дешевая.